Привет всем, друзья и гости канала, мы продолжаем с вами играть в City Skylines, и это у нас небольшой припортовый район, который мы сделали для того, чтобы вывозить товары с наших промышленных районов. Мы продолжаем с вами разгребать те проблемы, которые здесь намечаются, и основная проблема, которую я вижу, это то, что у нас просто дичайшие пробки. Они уже растянулись даже на шоссе. Вот эта вот улочка, которая вначале справлялась, теперь, естественно, что не справляется со своими функциями. И понятное дело, что здесь дальнобойщики стоят в ожидании часами. Давайте мы сделаем хотя бы какие-то минимальные шаги для того, чтобы это решить. Например, сделаем в одну сторону. У нас две полосы будет идти. Проапгрейдим вот таким вот образом дорогу, чтобы не сносить здания. Так, да? Далее нам нужно будет вот здесь вот то же самое, скорее всего, сделать. Хотя отсюда, вы видите, да, могут поехать и туда, и сюда. Так, вот меняем направление движения правой кнопкой. Наблюдаем, что транспорт немножко веселее поехал. Естественно, веселее он и должен ехать. Так, а здесь, я так думаю, тоже мы сделаем с вами улучшение. Вот таким вот образом. Все-таки две полосы лучше, чем одна. Вот, ну и погнали, и погнали. Те, кому нужно будет, тот вот так вот проедет, развернется. И как-то сюда доедет, короче говоря. Если нужно будет, срочно. Если что-то забыл, да? Газ выключить дома. Или двери в офисе забыл закрыть. Вот, ну и вообще, я так думаю, что вот по этой трассе не проблема будет проехать, развернуться и назад вернуться. Так, хорошо. С этим вроде бы как немножко мы решили с вами. Здесь вот у нас тоже большие пробки. Ну как большие, они, нельзя сказать, что большие, но тут вот почему-то все перестраиваются на одну полосу по шестиполосной дороге. И из-за этого у нас пробки. Я вот такой вот делал мостик, смотрите. Тут даже иногда граждане ходят по этому мостику. Все для того, чтобы убрать отсюда светофоры. Что я, собственно говоря, и сделал. Вот, но скорее всего нужно где-то еще здесь поставить бы такой вот пешеходный переход. Потому что народ подвергается риску, переходя вот здесь. Супер оживленные такие вот перекрестки. Так, давайте мы посмотрим, что мы можем по этому поводу сделать. Может быть как-то... Может быть вот отсюда мы проведем как-то вот сюда. Так, ну попробуем. Тут у нас сразу же... Ага, вот, хорошо. Высоченные, конечно же, делаются дороги, но что поделать. И, ну, вот как-то так даже вроде бы как и неплохо, смотрите. Так. Ну что, я считаю, что норм. И здесь вот даже мы видим, да, что ходят уже, народ ходит. И велосипедисты ездят, и старички с палочками бегают. И здесь то же самое у нас теперь, по идее, должны ходить. Да, вон, поехала сразу же. Какая-то особа. Вот действительно, зачем перебегать через перекрестки, если можно пройти по пешеходному переходу и пойти дальше. Так, также я заметил проблему в том, что у нас вот здесь... Очень много народу. Но здесь-то еще как-то так, более-менее. А большое количество людей у нас на той остановке, которая находится, вот вы видите где. Вот она где. 500 человек здесь ожидает. И несмотря на то, что я добавил вроде бы как автобусов. Автобусов у нас теперь много. И всего километр. Но не справляются. 15 автобусов. Не справляются с этим пассажиропотоком, который здесь есть. Поэтому нам нужно обязательно еще один маршрут сделать. Мы сейчас с вами это и наметим. Так, маршрут. Плюс не забудем также поставить еще такси.
Здесь у нас пока что ничего такого нет. Потому что, ну да, действительно, одного маршрута, ну, как-то маловато. Начнем мы, пожалуй, вот с этой супер такой вот большой остановки. Где-то, ну, может быть, не с нее, а где-то рядом, да? Ну, давайте, например, вот тут вот. А, вот, вот здесь. Здесь у нас будет с вами большой вокзал. И поэтому давайте отсюда начнем. Далее проедем. Почему как-то так криво мы поехали? А, потому что мы поехали вот сюда вот, да? Понятно. Мы вот так сделаем. Так. Потом проезжаем где-то здесь, останавливаемся. Соединяемся вот с этой супер такой вот людной остановкой. И едем дальше. Едем вот тут вот на выходе у нас есть остановка. И это у нас будет маршрут, который будет просто людей привозить. Привозить будет людей и к метро, вот к этому. И дальше будет ехать, я так думаю, вот сюда куда-то. В турайон. Ну, то есть, если захотели туристы повидать город, то вот у них есть все возможности для этого. Так, где-то вот здесь мы приостановились и дальше по прямой поехали. Ну, почти по прямой. А будем возвращаться через... Вот тут, вот, кстати, возле метро останавливаемся. Будем возвращаться, естественно, по шоссе. Далее, где-то здесь вот. А давайте вот тут. В нашем терминале. И отсюда уже погнали. Так, интересно, где мы? Где мы выедем? Ну, мы сейчас проложим, посмотрим, где мы выезжаем с вами. Так, где-то тут вот на въезде в город остановка. И заворачиваем вот сюда вот так. Вот тут, в принципе, тоже почему бы нам не сделать, да, остановочку. Так, а это у нас как-то то ли убралось, то ли что? Да, была и исчезла. А, нет, все в порядке, все есть. Все хорошо. Так, сразу же делаем цвет линии какой-нибудь повеселее, поярче, чтобы нам было понятно, что это у нас новое. Может быть, даже добавим... Может быть, даже добавим мы сюда с вами автобусов. Вот сразу, смотрите, 200 человек. Естественно, добавим автобусов. Желательно с десяток. Полтора километра между ними будет. И просмотрим, где же у нас идет вот эта вот линия, которая сама проложилась. Каким образом она идет? Идет она через весь город. Как ни странно, да, вот нашел компьютер себе самый короткий путь отсюда. И получается это, что через город. Как-то по-другому, скорее всего, у нас не получится перетянуть пока что, по крайней мере. Вместо того, чтобы быстро вернуться, получается, что он едет через центр города. Так, ладно. С этим мы обязательно разберемся. Мы еще добавим сейчас железную дорогу. Вокзал, вернее. И этот вокзал где-то будет вот так вот стоять. У остановки. Здесь же рядом, смотрите, у нас находится морской порт и морской вокзал. Так, и я бы, конечно же, хотел как-то так сделать, чтобы мы соединились с железной дорогой. Вот, но для этого, скорее всего, нам нужно будет... То ли разворот делать, то ли туннель делать. Скорее всего, вот здесь вот туннель мы с вами сейчас сделаем.
с этого туннеля у нас будет выход вот на вокзал. Так, хорошо. Вот где-то. Где-то, наверное, как-то вот так. Место занято, а здесь... А здесь место свободно. Так, свободно, и мы его ведем вот таким вот образом. Так, выводим наверх. И соединяемся с вокзалом. Вот, отлично. Отлично, у нас появился еще один межгород. Так, единственное, что, нужно ли нам сюда? Нет, нам только сюда заезжают, отсюда выезжают и снова поехали. Далее у нас железная дорога соединяется с нашей внутренней. И прямой линией пошла на междугородний. Вот он. Так, это кто у нас и куда едет, интересно. Давайте посмотрим. Город шиворот на выворот. Всегда интересно смотреть. А почему он приостановился, интересно? Под землей. По идее, должен же, скорее всего, может какой-то поворот, так нет же. Хотя вы видели, да, только что этот, как поворачивал поезд. Ага, но это у нас межгород приехал на вокзал. Вот на этот. Выгрузились, загрузились. Вот, я даже не знаю, нужно ли нам делать отсюда. Вот куда, интересно, дальше поедет. Электричку на наш припортовый. Стоит ли это делать или нет? А, мы сюда даже и не заедем. Вот в чем проблема, да? Получается то, что если мы посмотрим, то увидим, что у нас такая здесь такой резкий поворот. Да нет же, могут. Могут вполне, вот они. Вот они могут ехать. Электричка у нас сюда не пойдет. Так, вот она приехала, выгрузилась, поехала дальше, а потом вот сюда и назад. Нам нужно вот отсюда тогда выезжать каким-то образом. Или переделывать маршрут. Поэтому пока что мы, наверное, не будем. Посмотрим, как будет пользоваться популярностью этот международный, междугородний маршрут. Будет или нет, будут сюда приезжать. Если не будут, значит, будем тогда электричку сюда пускать, чтобы еще немножко разгрузить наши автобусные маршруты. Потому что, ну, действительно, смотрите, тут кошмарное количество людей всегда. И будем делать такси, чтобы был выбор у наших гостей города, чтобы они могли всегда, или если не дождались, то хотя бы, чтобы могли вызвать такси и уехать на такси, куда они хотели. Так, куда бы как-то тут притулить. Вот, ну, депо не нужно. Вот, отлично становится. Смотрите, просто то, что доктор прописал. В центре города. Красота. Это один. Наверное, одного может и хватит. Ну, разве что вот здесь. Так, на будущее. Буквально немножко. Мы его поставим. Вот таким вот образом. Так, хорошо. И, возможно, нам также нужно сюда метро. Давайте мы прикинем, что у нас есть. У нас есть метрополитен, который катается вот он, да? У нас зеленая линия. Вот он ездит туда-сюда. В принципе, мы можем отсюда пустить еще одним тоннелем метро. Наверное, так и сделаем, потому что, ну, я вижу, что действительно очень сильно загружено. У нас там все. Лучше сделать еще один
вид маршрута. И еще один вид транспорта. Как-то так охота. Вот так как-то. Дальше поехали по прямой. Это у нас, знаете, да, село? Деревенька. Деревенька атомщиков. Так называемая. Так, а здесь я вижу, что проблема в том, что у нас уже есть один тоннель. Да, вот мы его проходим мимо. Поднимаемся. И выезжаем где-то вот здесь. Сейчас посмотрим, где именно у нас будет остановка. Вернее, станция метро. Давайте какую-нибудь такую вот интересную поставим. Она занимает довольно-таки большое количество места, хотя вот здесь вот вполне нормально становится. И это будет в центре города, и это будет просто прекрасно, по-моему. Все будут довольны. И таким образом мы серьезно разгрузим. Действительно серьезно. Ага, вот в чем проблема. А мы зайдем с другой стороны. Или попытаемся здесь поднырнуть, не? Слишком большой склон. Так, хорошо. Сделаем тогда вот таким вот образом. Поднырнем с другой стороны. Вот, хорошо. Выше, выше. Так, эту часть тогда убираем. И эта часть у нас соединяется. Вот, отлично. Пускай не супер, конечно же, красиво, но более-менее нормально. Так, и теперь сюда же протягиваем линию метро. Инструмент, линия метро. Так, перетащите маршрут, чтобы добавить остановку. Давайте мы добавим остановку. Я надеюсь, я перетягиваю, не? Да, вполне перетягивается. И я бы, конечно, еще где-то вот здесь вот. Хотя, в принципе, одной хватит, да, нормально. Одной хватит, посмотрим, чтобы здесь у нас все в порядке было. Вот они заезжают и выезжают, поехали дальше, да. Поехал вот здесь вот, выгрузился, и поехал через город, и вот на этот наш крест-парк, почему-то он называется. И здесь у нас две остановки. Здесь тоже две остановки в две стороны, и здесь в две стороны. Отлично! Вот она наша транспортная сеть. Сразу же видим, что народ туда бегает, но тут, конечно, все равно просто дикое количество людей. Тут, по-моему, никак не получается что-то сделать такое. Так, а почему у нас здесь, да? Потому что. Тут у нас мешает тоннель, а здесь мы мост не сделаем. Все равно даже две дороги, вы видите, да, по одной полосе движутся. Двухсторонняя дорога. Но все сразу же перестраиваются в самом начале в одну полосу и едут, потому что им типа поворачивать. И здесь, скорее всего, еще и светофор стоит, да? Нет, светофора здесь нет. Так, ладно, если мы посмотрим. Я бы отсюда убрал бы, конечно же,
въезд автобуса хотя бы. Но, скорее всего, здесь нужна нам развязка. Развязка, которая позволит создать большее количество полос. Или съезд вот на эту сторону. Вот. Или расширение дороги. Кардинальное, но тогда придется нам сносить здание. Тоже не очень бы хотелось, откровенно говоря. Так, здесь нет светофоров, тоже нет светофоров. И здесь светофоров нигде нет. О, кстати, смотрите, немножко рассосалось. Но, скорее всего, это из-за того, что... А вот что вы тут стоите? Скорее всего, из-за того, что у нас, мы с вами знаем, что люди расходятся, да, если очень долго стоят. Здесь вообще неудобная остановка, потому что тут постоянно автомобили ездят. Выруливают вот сюда. Либо перенести куда-нибудь подальше. Или вот сюда хотя бы, куда-то. Так, давайте посмотрим, что мы можем с этим сделать. Так, ну удалять линию я пока не собираюсь. А вот перенести на какое-то бы другое место, да. Куда-то вот сюда, может быть. Или вообще здесь не останавливаться. Может вот так. А эту линию... Чуток вот так. Отступить. Отступить от перекрестка. Тогда эти автомобили сюда поворачивают, кому нужно, да, эти сюда проезжают. Так, и автобус как-то поехал по левому совершенно. Так, ну ладно. В принципе, это решаемо все. Посмотрим, что у нас здесь есть. Да? Приезжают, смотрите, 39 пассажиров. То есть межгород работает. И вот тут вот даже какие-то тоже пассажиры стоят, ожидают. Такси. Такси в очереди по нулям. А здесь? А здесь тоже по нулям. Я так думаю, что здесь нам нужно еще и депо. Таксодепо, потому что далеко действительно ехать. Да, вот у нас шум 100. Мы давайте вот здесь у нас такое промышленное, тут что-то такое непонятное у нас. Поэтому сделаем тут депо. Здесь же у нас и пожарка, здесь у нас и мусороперерабатывающий завод. Ну и пускай вот депо тоже будет. Так, ну уже более-менее нормально. По жителям, по... коммерческим зонам и всему такому, в принципе, хватает. Можем еще буквально немножко поставить офисов и чуток коммерции. Коммерция у нас будет вот здесь. Вокзал, коммерция — это как раз вот, ну, то, что нужно. Вот поезд приходит, да, видим. Народ высыпает. Еще один поезд. Нормально, все функционирует. Автобусная остановка рядом. Тут же нам нужно будет сделать проход. Сейчас сделаем проход, чтобы вот сюда вот ходили наши пассажиры. Так, лучше всего, конечно же, сделать какой-то... Вот какой-то такой через верх, да? Или через верх, или через низ. Скорее всего, смотрите, как интересно ходит на эту остановку, вот таким образом. Так, нам нужно сейчас сделать так, чтобы сюда ходили через мост, да? Для этого
Мы делаем вот таким вот образом. Так. Далее опускаемся вниз и идем уже по земле. Так. Ну и так вот соединяемся. Нормально. Так, а здесь тогда нам нужно тоже как-то так свернуть. Может быть, даже как-то вот таким вот образом. И туда, и сюда сделать. Так, а здесь вниз опустить. И здесь то же самое. Так, хорошо. И нам нужно же отсюда тоже вот каким-то образом спуститься. Но тут, скорее всего, будет слишком... Хотя вот только что что-то было, да? Слишком круто. Вот, нормально. Крутовато, конечно же, для старичков будет сложно тут запереть на такую высоту. Но велосипедисты, смотрите, активно уже катаются. Отлично. Такой вот у нас, такая вот забота о пешеходах. Ну и, конечно же, я бы хотел тоже где-то здесь протягивать пешеходные, если у нас очень... такой вот пешеходные или велосипедные. Раз у нас получается, что такие большие районы, то нужно их соединять каким-то вот таким вот образом. Так, тут велосипедисты и так катаются. Давайте вот здесь вот проложим кусок дороги. Пешеходно-велосипедный такой. Слишком большая высота, чтобы что-то сделать. Так, хорошо, ладно. Это все такое второстепенное. Первостепенная задача у нас будет вот здесь разобраться. Я так думаю, что скорее всего я сделаю просто еще один съезд с этой дороги, который будет идти на центральную улицу, на нашу. Здесь у нас три полосы. Кому нужно сюда, поехал, кому нужно сюда. Но я так подозреваю, что все будут ездить через центр города, так как это ближайший маршрут. Вот мы просто сделаем выезд вот такой вот. Вот как-то так. И сюда. Пока что еще не знаю, но скорее всего вот это вот здание у нас сносится. Мы въезд вот так вот делаем и сюда попадаем. Легко и просто. Вот, но это будет уже в следующей части. Я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.